На конкурс дети читают стихи. Детский сад номер 2, город Бабаево, Ксенофонтова Ульяна. Николай Матвеев, дятел, дали дятлу долото, подержал, сказал, не то. Не годится железяка в тонком нашем ремесле, как по дереву не звякай, не найдешь ушка в стволе. Уж я лучше клювом крепким стук-постук, стук-постук, раскалю сухую щепки, хоть